Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Казарин Владимир, капитан команды «Оконный континент». Как вам игра? Как вам соперник? Соперник молодцы, ребята. Показали, к чему нам, собственно, надо стремиться. Играют в пас, понимают, где кто находится. Ну, собственно, сыгранная хорошая команда. Какие планы на чемпионат? Ну, в первую очередь, собравшись через год только, мы хотим все-таки двигаться вперед. Будем стремиться, стараться. Я думаю, что больше таких огорчений не будет и соперникам пощады не будет.